зона закрыта. Персонал без допуска будет приравнен к террористам. Немедленно сдайтесь ближайшему патрулю миротворцев. Поднимите руки над головой и опуститесь на колени. Оставайтесь неподвижными, пока миротворцы не приблизятся к вам. Гражданским ни при каких обстоятельствах не разрешен вход в красную зону. Если вы оказались в красной зоне случайно, пожалуйста, немедленно обратитесь к ближайшему патрулю миротворцев. Гражданским ни при каких обстоятельствах не разрешен вход в красную зону. Если вы оказались в красной зоне случайно, пожалуйста, немедленно обратитесь к ближайшему патрулю миротворцев. Посторонние, которые попытаются избежать задержания миротворцами, будут застрелены.
Посторонние, которые попытаются избежать задержания миротворцами, будут застрелены. Все красные зоны — это закрытые районы. Гражданским вход запрещен. Красная зона. Вход гражданских запрещен в любое время.
зона закрыта. Персонал без допуска будет приравнен к террористам. Немедленно сдайте. Патрулю миротворца. Поднимите руки над головой и опуститесь на колени. Оставайтесь неподвижными, пока миротворцы не приблизятся к вам. Внимание, ТПЛ, у нас проблемы. Чучки окружили наше убежище, и бойцы не могут вырваться. Если никто не поможет, им конец. Пожалуйста, немедленно обратитесь к ближайшему патрулю миротворцев. На складе Байдл энд Санс находится передатчик КНА. Захвати его для сопротивления, и мы сможем подключиться к сети и следить за действиями КНА в этой зоне. Над головой и опуститесь на колени. Оставайтесь неподвижными, пока миротворцы не приблизятся к вам. Тайник!
알았어. 새 업무로 이동 중. 술탄 출동. 더 안전한 연폐물이 필요하다. 출동. 대장전 총격! 총격 당할 수가 없으니 놈들이 주위 좀 굴어주시라. 알았어. 새 업무로 이동 중. 대시설 부탁했어. 발사! Сражение проиграно. Отступай.
Сигнал получен. Теперь мы подключены к сети КНА в этой зоне. Хорошая работа, Брэди. Это Фири Альфа. Вот вам хорошие новости для разнообразия. Теперь у нас есть свой Голиаф. Гиб-гиб-ура, мать вашу! Это все благодаря Пэришу, Хайзер и чудо-парню Брэди. Хайзер удалось взломать мозги этой штуки. Хорошо, Хайзер. Спасибо, ребята. И отдельное спасибо Пэришу и Брэди. Именно они рисковали своими задницами. Мы бы погибли, если бы не ты. А знаете, вы правы? Который КНА превратила в свою оперативную базу. Захватив его, мы получим прекрасный плацдарм для ответных ударов по чучкам. Thank you.
더 안전한 어뱀물이 필요하다. 알겠습니다. 발사! В осаде. Если кто-нибудь рядом с ним, окажите помощь. Прекрасно сработано с этим опорным пунктом. Я направлю туда людей для защиты этой позиции. Или Альфа, прием. Слышу вас. Чучхейцы поставили заслон из дастеров вокруг дворца независимости. Это может стать проблемой. Не проблема. Мы уничтожим их, используя только что обретенного Голиафа. Это будет шоу. Многим захочется выпить.
Пошли. Прикрою. Вовремя. Я прикрою. Гражданским ни при каких обстоятельствах не разрешен вход в красную зону. Если вы оказались в красной зоне случайно, пожалуйста, немедленно обратитесь к ближайшему патрулю миротворцев.
하고 중앙에 생성된 문서를 보내야 한다.
над головой и опустились на колени. Оставайтесь неподвижными, пока миротворцы не приблизятся к вам. Кто-нибудь слышит? Нас прижали снайперы! Нужна помощь! Кто-нибудь! Фредди, они здесь! Прикончи этих сыкливых снайперов, но не подставляйся!
Гражданским ни при каких обстоятельствах не разрешен вход в красную зону. Если вы оказались в красной зоне случайно, пожалуйста, немедленно обратитесь к ближайшему патрулю миротворцев. Это красная зона. Вход гражданских запрещен в любое время. Зона закрыта. Персонал без допуска будет приравнен к террористам.
Немедленно сдайтесь ближайшему патрулю миротворцев. Поднимите руки над головой и опуститесь на колени. Оставайтесь неподвижными, пока миротворцы не приблизятся к вам. Мотель наш. Я отправлю туда наших людей. Они займут там оборону. Хорошая работа, Брэди. Это так угнетает. Целый день смотреть на этих людей. Или Альфа, всем отрядам. Перед нападением на дворец независимости все должны запастись боеприпасами и снаряжением. Мы должны быть во всеоружии, если хотим добиться успеха. Понял. Принято. Спокойно.
Внимание, это Пэриш, у нас проблемы. Чучхи окружили наше убежище, и бойцы не могут вырваться. Если никто не поможет, им конец. Ну и зачем им судить Уокера? Это же им ничего не даст. Правда? За раненым городом наблюдает наша соратница. Она живая легенда, олицетворение силы и решительности. Чучхейцы не знают ее имени, но видят ее деяния.
Эта женщина уничтожила несметное количество патрулей. Она — дитя смутного времени. Она — наш супергерой и символ сопротивления. Недаром чучхейцы дрожат от одной мысли о ней. Она идет за ними. Все красные зоны — это закрытые районы. Гражданский вход запрещен.
Красная зона. Вход гражданских запрещен в любое время. Это красная зона. Вход гражданских запрещен в любой...
소리지만 오래된 툴세트로 후속 차량 도착 지역에 보고하라. Необученные солдаты, но им с нами не справиться. Они собираются судить бункера, все равно тут нечестный.
Все красные зоны — это закрытые районы. Вход запрещен. Я бы выпила, а лучше напилась. За дело!
Славно, что мы отбили этот район. Я жила здесь, когда была маленькой. Самое главное, дальше ты сам. То, что они нас недооценивают. Недооценивают американский дух. Дух нашего народа. Они не понимают, что мы рождены для борьбы. И каждый из нас... Сейчас или никогда. Хоть мы и не обученные солдаты, но мы целеустремленные, самоотверженные. Мы должны... Отсюда! Стали лица на упали! Молчи! Не бою! Сюда!
То, что они нас недооценивают. Недооценивают американский дух. Дух нашего народа. Ничего подобного. Это мы их сделаем. Мы должны сражаться. Чучхейцы. Они считают, что могут разорвать нас в клочья. А я говорю, что... Это красная зона. Вход гражданских запрещен в любое время. Хоть мы и не обученные солдаты, главная ошибка – то, что они нас недооценивают. Они не понимают, что мы рождены для борьбы. И каждый из нас стоит десятки. Вперед, огонь! Мы необученные солдаты. Самоотверженные. И преданы нашему делу. Я знаю, что вы напуганы. И вы были бы идиотами, если бы не боялись. Я знаю, что делается снаружи. Свистят бури. Хоть мы и не обученные солдаты, но им нас не остановить. И когда мы пойдем туда и размажем их по асфальту, они поймут, что мы связались не с той страной. Ладно, пора пойти. Самая главная ошибка – то, что они нас недооценивают. Недооценивают американский дух. Дух нашего народа. Они не понимают, что мы рождены для борьбы. И каждый из нас стоит 10 этих трусливых заправцев. Фрейлис на связи. У нас тут настоящая война. Чучхи нашли убежище, где прятались наши бойцы. Если вы рядом, у вас есть шанс совершить подвиг. Ловите! Тебе конец, ублюдок! Чукда! Ты будешь меня! Чукди! Да-д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 а-
Эти ублюдки считают, что они нас сделали. Нет. Ничего подобного. Буду пошли! Буду пошли! Come on.